бабушка надела орден, да, и сейчас красивая такая, День Победы празднует она, о войне великой вспоминает, грустно у бабушки лицо. На столе солдатский треугольник, дедушки на спронта письмецо, и читать и нынче очень больно. Смотрим мы на дедушкин портрет и разводим ручками с братишкой. Ну какой же это дед? Он же ведь совсем еще мальчишка.